Всем привет! Сегодня я хочу рассказать и показать пустые баночки июля. То, что я использовал за это время, рассказать, что понравилось, а что не понравилось. Это у меня будет первая часть о пустых баночках. Вторая часть у меня будет видео о пустых баночках Сайхерба, но там будут уже витамины и продуктов питания. Итак, начнем с косметической части. Здесь у меня продукции с разных сайтов, не только с Сайхерба. Вот. Ее не так много, то, что у меня закончилось, но я хотела бы поделиться своим мнением, рассказать о ней. Так, давайте начнем вот с этого тоника фирмы Towers. Наверняка эти тоники уже многие пробовали, уже знают, наслышаны о них. Тоник у меня, в принципе, осталось еще совсем чуть-чуть, но я решила его добавить в этот обзорчик, потому что тут, в принципе, совсем-совсем немного. У меня вот такой тоник, значит, он без алкоголя, с алоэ вера и гамомелисом. У него большой объем, 355 мл. Кожа у меня, скажу, что жирная и проблемная. И вот этот тоник мне очень подошел, очень понравился, и пользовалась я им летом. Ну, естественно, не один месяц у меня, я его использовала подольше, вот, и вот немножко осталось. Тоник очень приятный, освежает лицо, нету никакого у него там запаха, если для кого-то это важно. Вот, хорошо снимает я после того, когда нанесу пудру, я вот этим тоником тоже протираю лицо, и мне тоже нравится, как оно освежает и снимает косметику, ну, в частности, пудру. Вот, в общем, хороший тоник, рекомендую, очень понравился. Так, дальше, раз уж я говорила о пудре, использовала я вот эту пудру Everyday Minerals база. А пудра у меня вот тоже все тут уже закончилось. Я тут выскребала, уже вот пытаюсь еще немножечко наскрести как-то. А что хочу сказать про эту пудру? Пудра вообще волшебная, чудесная. Это, я не знаю, самая лучшая пудра, которая у меня была. Очень-очень понравилась. Очень хорошо матирует лицо. Как-то немножечко скрывает покраснения, какие-то там прыщички. Конечно, полностью не перекрывает, но делает их менее заметными, и лицо более ровное, гладкое, ну, как будто вот оно просто натуральное твое лицо и практически без какого-то либо макияжа, но тем не менее, вот эта вот пудра на нем есть. Очень-очень понравилась, пудра очень экономная, использовала я ее очень долго, наверное, около полгода, да, где-то полгода, даже, может быть, чуть больше. Вот, очень-очень понравилось, обязательно буду заказывать еще. Так, также у меня с сайта iHerb была вот такая штучка фирмы Сида. Когда я ее покупала, я искала обзоры на вот этот вот спрей. Вот он, такой под колпачком, тут спрей, значит, пшикает. И практически ничего не нашла. Но, тем не менее, мне понравилось описание, состав, и я ее взяла попробовать. По консистенции это водичка, самая обыкновенная. Она вот так вот распыляется этим дозатором. Запаха практически никакого не имеет. Очень такой легкий, какой-то специфический. Даже не знаю, с чем его сравнить. Может быть, что-то такое эфирное, и медицинское что-то. Ну, в общем, очень легкий практически. Ну, вообще, можно сказать, не чувствуется. А вот эта вот водичка у меня называется вот Wonderful Skin, да, молодая кожа. Состав у нее очень хороший, то есть тут одни масла, вода, в общем, всякие экстраты. Не видно состав, не очень видно. Хотела показать, а ну, не получается, не фокусируется почему-то. Значит, пользоваться этой водичкой как нужно. Использовать ее всего 5 дней, утром и вечером, после очищения лица. И делать перерыв. Там на какое-то время, кому как по необходимости для кожи вот своей. Он заметит, что ну, не хватает вот чего-то еще. Хотелось бы еще ее использовать.
Что могу сказать? Когда я ее купила, кстати, зимой и решила сразу попробовать. Тут производитель заявляет, что кожа будет очень ровная, молодая, напитанная, упругая, просто, в общем, как молодая кожа в хорошем состоянии. И, значит, когда я попробовала ее зимой, мне эффект не понравился. У меня мою жирную кожу она сушила очень. Даже я удивилась этому. Чего-то мне не хватало, вот того же питания какого-то зимнего. В общем, мне не понравилось, я ее отложила до лета. И теперь я ее попробовала летом уже и в июне, и в июле. Как бы два курса таких я прошла. И летом, то есть, когда было жарко, я уже ее использовала. Когда на кожу не хочется ничем перегружать сильно, я, значит, использовала вот эту водичку, и эффект меня вообще очень впечатлил. То есть кожа стала ровная, гладкая, действительно какая-то как будто помолодевшая. Значит, оно как-то так слегка приглушило воспаление какие-то, поры не забило и очень-очень так увлажнило лицо. В общем, очень хорошо на него повлияло, подействовало. Вот. И, в общем, вода мне очень понравилась, но исключительно на лето. На лето. Вот у меня тут еще, ну, у меня уже, да, нет, ничего нет у меня. Ну, хватило, в общем-то, вот там вот чуть-чуть я, вот капельки, не знаю, может быть, даже, ну, на один-то раз мне, я думаю, точно не хватит. Вот, ну, хотя бы так, насколько хватит. Еще попользоваться ей можно будет. Вот, ну, на два раза мне хватило с лихвой. Первый раз я даже попыталась про... Ну, я вообще очень хорошо смачивала лицо, добротно, и поэтому меня израсходовало довольно-таки много. Вот, второй раз я уже делала меньше, брызгала на лицо. В принципе, тут написано, достаточно 4-5 пшиков на один раз. И если делать действительно так, по 4-5 пшиков за один прием, то ее хватит, ну, на продолжительное время. Вот. Дальше, значит, вот такая у меня... Такой спрей тоже. Это фирмы Салкура. Его я заказывала на сайте Филюник. Этот спрей, значит, он призван бороться с проблемной кожей, с высыпаниями. Опять тут не видно. Тут написано, что он борется с акне, белыми точками, черными точками, папилломами. В общем, как не видно здесь. Вот, значит, мультиактивная формула. Кстати, состав просто идеальный. Можно его использовать там даже младенцам. То есть настолько он безвредный. По консистенции это как также водичка, тоже распыляется. Она так вот, ну, как вот этим вот пшикалкой этой. У нее... Ну, запах есть, но и тоже не скажу, что сильно неприятный. Но запах сильнее, чем вот у предыдущего средства. Его нужно наносить на прыщики, на воспаление, вот на проблемную эту кожу. Каждый день, утро, вечер. Ну, можно в течение двух, можно в течение месяца. То есть никакого вреда от этого нет, от того, что больше, если будешь наносить. Вот. Такое, значит, средство. У меня была небольшая версия, 50 мл, вот небольшой тюбик. Тем не менее, мне его хватило очень надолго. Также, наверное, на полгода я им пользовалась. Вот. Сначала я нанесла на все лицо, и хочу сразу заметить, оно очень щиплет глаза. То есть не нужно его наносить на все лицо. Я его как бы для профилактики нанесла, думаю, чтобы уже нигде не было прыщиков. Вот, но так его использовать не нужно. Нужно распылять конкретно на те прыщики, прыснуть и втереть в кожу в данный участок проблемный. Вот это средство. Также средство могу порекомендовать. Понравилось, хорошее. То есть от прыщиков помогает, кожу сглаживает, кожа становится также ровная. Никаких покраснений, ничего нету. Вот. То есть это можно посоветовать, у кого сильно проблемная кожа, не то что единичный прыщик, а большие проблемы. Так, дальше хочу еще показать такой крем для лица фирмы Корос. Вот так, такая баночка.
довольно-таки большая. Вообще у меня это крем для сухой нормальной кожи. В принципе, когда я его покупала, я его брала зимой. Но зимой я его не доиспользовала до конца. И вот сейчас он у меня закончился, у меня тут как бы были какие-то местами шелушения кожи, не хватало, мне казалось, какого-то немножко подпитки. И вот я им пользовался, и он у меня закончился вот сейчас как раз. Крем приятно пахнет розой, такой, значит, не сильно густой консистенции, вот, ну и не жидкой, ну такой нормальный кремообразный. Вот, хорошо впитывается. Легкий блеск оставляет, если его использовать, конечно, утром, лучше на ночь. Вот, ну, в принципе, для кого, у кого сухая и нормальная кожа, я думаю, наверное, может быть, этого блеска-то и не будет. Вообще хорошо питает, увлажняет, крем хороший, поры не забивает. В принципе, я осталась довольна. Так, сейчас я покажу, значит, вот такую шоколадную массу для кожи фирмы Спивак. Грейпфрут, также отличный состав, вот какао тертое, масло виноградной косточки, нерафинированное масло макадамия, зародыши пшеницы и ши, эфирное масло грейпфрута, и все. Значит, очень хорошее масло, вот такого оно шоколадного цвета, вот оно у меня тоже уже практически все закончилось, вот там на дне я уже воскорябываю. Значит, что, для чего оно нужно? Его наносят на кожу и делают шоколадное обертывание, то есть пленочкой обматываются либо на полчаса, либо на час, и затем смывают водой. Вот, либо это делается раз в неделю. Также можно просто намазать кожу и массажными движениями все это масло, в общем, чтобы впиталось. Знаете, вот я делала и один способ, и другой. Кожа после него гладкая, очень ровная, напитанная. Единственное, что если вы просто его намазываете на кожу, то оно все равно остается небольшой, вот этот шоколадный цвет от этого масла такой. То есть до конца оно, ну, не пропадает. Вот. Но кожа прямо гладкая, ровная, без каких-то изъянов становится. Вот. Также я делала масочки для рук этим маслом. Также очень понравилось, также очень гладкие ручки, в общем, хороший эффект, очень мне понравился. Я и слышала, что можно делать маски для лица, но, не знаю, не пробовала, так что ничего по этому поводу сказать не могу. Вот, но масло хорошее. Так, и последнее, у меня, правда, осталась только крышечка, потому что баночка сама у меня упала и разбилась, вот. Но так как она была пустая, я решила оставить крышку и рассказать. Это скраб для тела. Organic Shop. Значит, это лемонграсс и сахар. Вот такая была кругленькая тоже баночка. Вместимостью 250 мл. Крем, этот, не крем, а скрабик этот. Также не содержит СЛС, вот парабенов, сульфатов. Приятный запах цитрусового такого. Напоминает лимон, ну, как бы лимонграсс, собственно, цитрусовый, вот. Ну, приятный запах, свежести какой-то. Зеленого он, кстати, на вид, ну, зеленого, в общем, цвета. Скрабик приятный, хорошо полирует кожу, скрабирует. Я его использовала даже просто скрабика для рук тоже. Значит, кожу рук он немножко осветляет, то есть ногти осветляют, становятся такие какие-то неухоженные, светлые, в общем, ручки гладкие, так же, как и кожа тела, вот. Ну, что еще можно про него сказать? Хорошо скрабирует, довольно-таки крупные тут частички вот этого сахара, которые участвуют в скрабировании, вот. Поэтому, у кого очень нежная кожа, может быть, не подойдет. Но в целом, очень как бы хорошо он так полирует кожу, вот, с своими скрабирующими свойствами справляется. Вот. Вот такой скрабик тоже понравился. Но в следующий раз, наверное, возьму с каким-нибудь другим ароматом, просто для сравнения. Вот такой у меня получился обзорчик на средства, которые я уже использовала, которые у меня закончились. Всем спасибо за внимание и всем пока!